strange human. Where the hell did you come from? Long Beach. I gave up my seat. It's gotta be 20 clicks. Through them? Can you catch me? Wow, looks like we're fully booked. Better grab my seat. Better be food on this flight. Ticket, please. Oh, sorry. Must be my with Jackie. This'll do. Oh my God, you're Emma John, right? And Robert Steele? Can I get a selfie? Surprises. Йоу-йоу-йоу, друзья, всем привет! Сегодня мы будем начинать прохождение игры Dead Island, вторая часть. Спустя год, как игра вышла на платформе магазина Epic Game, все-таки появилась на нашей любимой народной платформе в Steam. И, конечно же, оказалась в моей библиотеке. Я желаю всем приятного просмотра. Будем крошить бошки зомбакам. Итак, давайте выберем главного героя. Тут их будет несколько. Первый у нас Джейкоб. Джейкоб получает суммируемый небольшой бонус к урону, когда быстро наносит атаки одну за другой. У Джейкоба, кстати, хорошее максимальное здоровье. Бруно. Бруно получает средний бонус к урону, когда атакует зомби сзади оружием ближнего боя. У Бруно хороший критический урон. Так, Карла. Карла получает небольшой бонус к урону, когда рядом с ней несколько зомби. У нее большая сопротивляемость. Хорошо, дальше. Дальше у нас Дани. Или Дэнни. Мощные атаки Дэнни создают сильную ударную волну при попадании. У Дэнни хорошая и большая выносливость. Райан. Райан получает средний бонус к силе удара, когда использует блок или уклонение, чтобы избежать атаки. У него хорошая стойкость. Ну и последнее это Эми. Эми пополняет выносливость, когда попадает по зомби точным броском оружия. У нее большое проворство. Итак, все эти герои, друзья мои, это из этого вступительного ролика. Давайте-ка мы выберем кого-то из этих людей. Я, честно говоря,
выбрал бы, попробовал бы играть вот этой Карлой. Вот мне почему-то вот так вот хочется. Или вот этой Дэнни. Так, Карла это, походу, такой себе боец, наверное, немного. Так, а Дани, Дэнни. Ну, Дэнни, видите, тоже у него там хорошие мощные атаки. Так, давайте попробуем поиграть за Карлу. Итак, поехали. Мерда, походу, это мексиканка, она мексиканка. Да. Собственно, начался игровой процесс. Играем мы на ПК, на ультраграфике, на RTX. Так, мы истекаем кровью. Я вижу аптечку. Да, надо уходить с этого самолета. Вот выход. Ух ты! Слушайте, неплохо выглядит. А это что такое? Кто-то выжил? Это ракетница. Угу. Найти других выживших. Сейчас посмотрим. Поищем. Не, графон прикольный, слушайте. Атмосферный такой. Это кто? Ага. Это уже у нас с разумом какие-то проблемы. Вот второй кто-то. Не, ну этот живой... как живой? Этот мертвый, но он тут есть. Господи, боже, так и состариться можно. Охренеть. Да, жестоко. Очень жаль. Ага. Все, есть. А тут у нас что? Детали. Да, наверное, пригодится нам все это. Находясь в темноте, нажмите X. X фонарик. Хорошо, фонарик у нас есть. Блин, вот бедолаги, слушайте, смотрите. Капец просто. Какой ужас. Нажмите E, чтобы пинком сбросить зомби или любую другую помеху. Бокс. Есть. Фу, блин, тут все в крови. Офигеть можно. О, двигатель. Ёлы-палы. Взорвалось. Shift левый бежать. Это понятно. Не, ну пока атмосферно, реально, прикольно. Мне нравится. Такое себе крушение самолета, конечно же. Это печально, но мы выжили. Видите, еще кто-то выжил. Эмма. Ронни.
Да, в самолете это я. Аптечку беру. Сразу лечимся. Во. Фонарик нафиг. Что, заходим? Выходим, то есть... Майкл. Пока что трое выживших. Это уже неплохо. Эмма, дорогая, я так извиняюсь за Роберта. Почему? Это все его вина, этот эгоистичный ванкер. Можешь перестать стоять там и найти мне какие-то обувь? Йо, дуд, у тебя кровь идет из твоих ушей. Что? А он вообще оглох, вот этот Ронни. Эмма Джонт? А, она звезда, понятно. А тут кто у нас? Блин. О боже, чувак, в крови весь. Джошуа. Жена его тут тоже под обломками. Пульс есть, ну понятно. Ну давайте, командная работа, попробуем вот это... поднять. О-о-о. Мертвечина уже где-то рядом. Блин. Надо что-то делать. Here is my address in case you change your mind. Emma. Good luck. Yeah, see you later. I'll call the army, send help. Go. Hey, are you Emma Jont? Emma Jont. Ну, это местная какая-то кинозвезда. Это ж у нас Лос-Анджелес. А вот и первый наш претендент на удар этой железной палочкой. Первый обращенный. Ух, ёлы-палы, ты смотри. А ну пошел нахрен отсюда. Ой, ёлы-палы, сломался. Так, палка сломалась. А где оружие? Вон оружие. О, это молот. Вот это хорошо. Так, тут еще одна придурочная. Уйди от меня. Капец. Ёлы-палы, вот это... Ребят, это жесть. Это реально просто чувствуется эта хрень в руках. Ах, капец. Какой же это кайф. Ах, фигеть. Так, крепление. О, стальная арматура. О, немножко есть всего. О, придурок вылазит. Откуда это? Из металла вылазит. Так, там был... А ну, уйди от меня. Капец. Еще идут. Вот скотина, ну. Круто. Вообще шикарно. Ух ты, увечье. Жесть. Что там еще? Ой, блин. Так, хорошо, что у меня? Вот эта дубинка есть. Вот это что-то есть. Так, а что делать? Сбейте горящее колесо вот это. А-а-а. Давайте-ка, что у нас есть? Палка, палка, палка. Давайте обычной палкой. На, блин.
Все, короче, упало колесо на это все дерьмище. Ага, проклятый полет. Не, пока надо к Джошуа подойти. It's not meant to be like this. It's okay. I got you. Here. Она пока тоже жива. Hey, can you hear me? You're all right. I'm gonna give you some water, okay? Ну да. О боже, она... Это сучка превращенная, слушайте. Да пошла ты нахрен отсюда. Блин, мужа сожрала. Не, ну это капец, слушайте, не, все. Офигеть. Короче, каблуком туфельки Эммы Джонт. Прям в глаз. А вот этот тоже живой, слушайте, он тоже обратился уже. Блин, фу. Фу, блин. Череп проломали. Все, нас укусили. Alpine Drive 66. Это адрес Эммы Джонс. Да, уже началось, короче. Понемножку превращаемся. Офигеть. Город в огне просто. Dead Island 2.